Привет! Песеры, с вами Морж, долгожданное 13 апреля у нас на календаре, обновление. Ну и давайте смотреть, чего нам завезли хорошего и интересного. По ивентам, к сожалению, все как обычно. Проходим ивент, получаем бесплатную круточку на команду недели. Тут у нас все по стандарту. Что же появилось реально интересного? Значит, кампания посвящена 4-му сезону. Здесь можно получить 14 плюс 3, 17 добавлений навыков игрокам. Также 180 тысяч ГП и 60 тысяч опыта. Неплохо, ну, неплохо в целом. И почему бы на самом деле и нет. Само собой, вышла команда недели, само собой, вышли шоу-таймы, про которые информация уже была вчера, я в телеграме своем публиковал, ссылки на него в описании закрепи, там же моя личка в телеграме, если тебе нужно задонатить с российских карт на мобилочку, пиши, смогу тебе с этим всем помочь. Ну и, конечно, чат, в котором ты можешь пообщаться с единомышленниками. Ребят, сразу оговорюсь, чат веду не я, поэтому не надо трахать меня в личку по поводу того, что в чате вас там забанили, не забанили, еще что-то сделали. Соблюдайте правила, никто никого банить не будет. Если ты ложишь хуй на правила, то, ну, извини, чат отложит хуй на тебя. Таковы уж правила жизни. Ладно. Смотрим, что нам еще добавили. Конечно, самое интересное, это расширение мест. 500 тысяч стоит расширение мест на 50. Я боялся, что будет динамическое увеличение цены, но нет, вы видите, до 550 я уже расширился. Плачу еще 500 000, расширяюсь до 600. Расширение мест, конечно, очень полезно, у нас очень много игроков, поэтому, собственно, это нам пригодится. Далее. У нас появилась вот такая вот хрень, как тренировка способностей. Причем, отмечу для вас, что на карточки команды недели, им навыки добавить нельзя, только другим картам. Ну, допустим, вот Месси, я хочу добавить какой-то навык. Здесь тоже уже есть минусы, я вам сейчас о них расскажу. Значит, вот у нас есть навыки игрока, которые уже есть, вот у меня есть одна добавлялка, давайте попробуем добавить новый навык. Сейчас мы это сделаем. Акробатика. Игроку легче найти возможность для удара в сложных ситуациях или при потере равновесия. Этого навыка у Месси не было, поэтому он засчитался. Но мне уже писали люди в личку, что тебе может выпасть навык, который у игрока уже есть, и тогда тебе пишут, ну типа, вам выпал навык, который у него уже есть, поэтому он не добавляется. То есть ты просто просрал токен навыка. Насколько это тупо? Ну, прям тупо, я вам скажу. Тем не менее, такое у нас появилось. Также нам написали в новостях, что у нас игроки теперь могут быть выше сотки. И вот здесь, мне кажется, это еще у Канами работает не совсем хорошо. По сути, вот этот Мбаппе должен быть сотка на левом нападающем. Но у меня тут сыгранность 92, а плюс еще и сыгранность. То есть он теоретически должен быть 101-м, 102-м. Ну, примерно. Вот. Почему-то оно не отображается. Ладно, давайте в сотку стиль команды загоним. Ну, тут просто у меня соток нет. Ладно. По сути, вот Месси правый нападающий. Так, тут, походу, другой какой-то Месси стоит, да. Ну вот, Месси атакующий полузащитник. Ставим на правого нападающего, получаем 101. Если сменить ему роль игрока на оттянутого форварда, тоже будет 101. Пока это работает из рук вон плохо, но я уверен, с этим Канами как-то разберется и что-то сделать сможет. Идем дальше. Что интересного нам еще добавили? Значит, заходим в магазин заебалы. Вот, у нас здесь появятся формы. Пока что их нет, но они появятся, и мы сможем за eFootball поинты покупать какие-то хорошие формы. Ну, это говно нам пока не надо. Вот. К сожалению, не появились никакие наборы игроков, люди их ждали, это я точно знаю. Вот, но нам сказали, что пока что ни хрена так нет. Это наборы не здесь, наборы вот здесь. У меня вот, как видите, Гвардиола, и все, больше никого нет. Через 6 дней он заканчивается, может быть, в следующий четверг что-то ведут, а может и не ведут. Сами вы это все дело понимаете. Ну и, собственно, давайте откроем монументальных дриблеров. Само собой, я тут никого не ожидаю, хрен мне кто выпадет. Ну, белая полоса. Ой, белая полоса — это у нас стандартно. Выпадает мне Соллер сразу. Нет, данные, зачем мне данные игрока? Мы сразу его отпускаем в мусорник, потому что мне он не нужен абсолютно. Что по монументальным дриблерам я хочу сказать. Ну, ладно, если за Винни еще люди пойдут, за Морезом в основном, может быть, еще люди пойдут, то Митома, ну такое. Тут интересен навык. Новый навык, динамичный дриблинг. Улучшается дриблинг игрока на третье поле, самое близкое к воротам соперника. Вот я вчера в телеграме своем стебался, что это будет работать, если Луна в Меркурии. Вот они примерно то же самое и сделали. То есть они как-то делят поле на третье, и вот пересекая какую-то невидимую линию, у него будет улучшаться дриблинг. А насколько? А во сколько? А чего? А куда? Само собой, Канами нам это не объясняет. В общем-то, по классике. Открывать, не открывать, конечно же, дело ваше.
Я тут вам не советчик. Появляются у нас новые номиналки, про них мы, естественно, поговорим, что берем, что не берем, что почем, ну и так далее. Ну и номиналки J-лиги, нужны они вам, не нужны? Ну, у нас бывают ивенты J-лиги. Тут только об этом я могу сказать. Я, если честно, не беру их вообще. Ну и команда недели. Что у нас здесь? Значит, на этом аккаунте у меня есть Манчестер Сити, поэтому мне бы пригодился Де Брюйне со стилем атакующий полузащитник. Обычный Де Брюйне, креативный плеймейкер, ребят. Поэтому вот Де Брюйне со стилем атакующий полузащитник, это было бы здорово. К сожалению, команде недели нельзя добавить навыки, вот, потому что некоторые игроки прям очень имбовые. Месси у меня есть много вариантов, поэтому его бы я не хотел. Тем не менее, сторонние сайты показывают, что он на тянутом форварде аж 101. Делихт у меня уже есть из команды недели, мне он тоже не пригодится. Ну, не знаю, мне по сути. Но Малина может пригодиться для состава Атлетика Мадридского, он тоже есть у меня на этом аккаунте. Но, по-моему, он у меня даже лучше есть на этом аккаунте. Ладно, надеемся на Де Брюйне, само собой, одна попытка бесплатная, три попытки платных, ну и, в общем, все. Ну и, по сути, вот все обновление, расширение мест, добавление навыков, и все. К сожалению, Konami как-то, ну, я думал, это будет что-то поэпичней, например. С Испании я начинаю, само собой, это Чуквезе, ну, вы поняли, Чуквезе, вот. Мне он не нужен абсолютно, ну, может, в какие-то ивенты, разве что. Ну, при том, что у нас ивенты по 3000, ну, 6000, ладно, баллов нужно набрать. Ты как бы и не подобранная под ивент команда, и спокойно это проходишь, это не особо долго. Когда по 100 тысяч надо было. Так, Англия, ну, давайте Де Брюйне. Дайте Де Брюйне, дайте Де Брюйне, дайте, пожалуйста, 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 пожалуйста. Вот он, Де Брюйне у нас и вылетает. Ну, и на самом деле-то мне, блядь, больше никого из них не нужно. Ну, вот реально, я просто смотрю, у меня Малина, по-моему, лучше. Вот, Наполи у меня здесь нет, Делихт у меня есть, Луис Альберто, ну он неплох, но Лацио я здесь не собираю, мне он как бы ни туда, ни сюда, знаете, я, наверное, даже открывать не буду, вот, потому что, по сути, сейчас мы сделаем вот так, вот, и, так, сортировать, порядок подписания. Вот, Де Брюйне становится вот сюда, и в принципе, сейчас расширенный состав, что у меня по Атлетико Мадридскому, стоит ли ловить Малину? Но у меня Малина вот такой, ну, типа, какая разница, форма, не форма, но он у меня есть, и я думаю, в принципе, мне этого будет достаточно. Также, да, у нас появилась функция перенос мастерства, ребят, я, если честно, не совсем еще понял, как оно будет работать, и я думаю, по переносу мастерства нужно будет запильцевать отдельный ролик, так же, как и по добавлению навыков, какие кому добавлять, ну, по крайней мере, по моему мнению. Я думаю, я так на самом деле и поступлю. Так, и что-то у нас еще добавлялось, вот что-то у меня из головы вылетело. Расширение мест, добавление навыков, что ж еще? Так, я или забыл, или не знал, ну, или вы поняли. Конечно, матч-пас у нас обновился, по сути, награды не изменились, за 500 нам дают товарища из Ланс, Рен, да, из Рена, и за 1000 дают Лориента, нужен он вам, не нужен, мне он, опять же, в мой Атлетико не нужен, у меня там все есть. Вот такая обнова, вот такая команда недели, пиши, нравятся ли тебе такие нововведения, в принципе, неплохо, но, в принципе, это то, что давно уже должно было быть в игре. Те же навыки с токенами у нас уже были, то есть это старая идея, которую они сначала зачем-то вырезали, потом зачем-то, ну, сейчас опять добавили. Те же 900 игроков в китайском песе уже давно есть, и они понимают, что нужно гораздо больше раздевалка. Ну вот, как-то так, ребят, по геймплею. Еще мы поговорим про перенос мастерства, еще мы поговорим, я протестирую это все дело, как это работает, ну и запишу отдельные видосы. Номиналки тоже, само собой, поговорим. Сегодня еще будет одно видео, финал турнира, давно не было матчей, так что далеко не разбегаемся. На этом, ребят, прощаюсь, как всегда, пока.